24-й Петербургский международный экономический форум проходит в эти дни в северной столице в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Ненецкий автономный округ на ведущей мировой площадке по вопросам глобальной и российской экономики, социальным вопросам и развития технологий представляет глава региона Юрий Бездудный и заместитель губернатора, руководитель департамента финансов и экономики НАУ Татьяна Логвиненко. Ненецкий автономный округ является постоянным участником Петербургского международного экономического форума. В этом году форум традиционно станет площадкой для подписания ряда соглашений и рабочих встреч. В первый рабочий день форума глава региона провел встречу с представителями ведущей российской телекоммуникационной компании «РТелеком Холдинг», специализирующейся на предоставлении услуг широкополосного доступа в интернет, телефонии и цифрового телевидения. Компания «РТелеком» в округе не новичок. В 2019-2020 годах специалисты холдинга совместно с ненецкой компанией связи подключили к интернету 60 социально значимых объектов в регионе. Конечно, довести интернет до каждого населенного пункта и подключить социально значимый объект – это мегазадача. Тем не менее, в этом году мы планируем совместно с компанией ее завершить. Совершенно понятно, что сегодняшняя встреча дала определенный импульс развитию наших отношений с этой компанией. И компания взяла на себя серьезное обязательство до сентября подключить еще 58 социально значимых объектов. В ходе встречи Юрий Бездудный и Андрей Кузяев обсудили проект строительства магистрали по направлению Печора, Усинск, Харьяга, Наринмар. Волоконно-оптический канал связи поможет снизить затраты на оплату трафика. Сейчас «РТелеком» оценивает инвестиционную и техническую составляющую этого проекта. Также на площадке экономического форума в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча губернатора Ненецкого автономного округа с представителями Сберегательного банка России, генеральным директором акционерного общества «Сбербанк Лизинг» Вячеславом Спировым и председателем Северо-Западного банка «Сбербанк» Виктором Алонсо. Только что в рамках экономического форума провели переговоры со Сбербанком. Сбербанк и раньше был нашим стратегическим партнером в округе, но сегодня это не просто банк, это целая экосистема. Поэтому мы обсуждали даже не банковские продукты, а обсуждали участие Сбера в таких проектах, как телемедицина, образование, безопасный город. И я уверен, что в самое ближайшее время компания побывает у нас в округе, и мы целый ряд проектов отработаем со Сбербанком. Заместитель губернатора, руководитель департамента финансов и экономики Татьяна Логвиненко на форуме примет участие в расширенном заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению экономика и финансы по вопросам обеспечения долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышения финансовой самостоятельности регионов. Петербургский международный экономический форум проходит под патронатом и при участии президента России Владимира Путина. Василий Хатанзейский, Евгений Тимофеев, телеканал «Север».